Хорошая новость. Станишевский цел, невредимый, направляется в медицинский центр Моргана. Плохая новость, то, что он нес о бомбе на киностудии Primrose. Может быть, правда. И сообщает о вооруженных людях, замеченных в здании студии. И на актеров они уже не похожи. Дуйте туда и разберитесь, что к чему. Окей. А что такое бароскоп? Позволяет заглянуть за закрытые двери и выстроить план, исходя... Оу, щит, вот это мне нужно. Мне нужно цевьё, и мне нужна светошумовая граната. Напарника. Набор отмычек в любом случае. Светошумовая в любом случае. И... ну пусть будет тоже бароскоп. Окей, я разведал это место, и здесь определенно что-то творится. Студия закрыта, но у них тут повсюду парни с оружием, и на охранников они не похожи. И какой у тебя план? Простой, застанем их врасплох, заходим, зачищаем территорию, находим бомбу, выходим. Звучит неплохо. Тогда не тратим время. Спасибо за подписку. Так, тут еще и по времени миссии. Ой, блядь. У тебя есть 4 минуты, чтобы найти бомбу. При перезагрузке она окажется в другом месте. Выбей с преступников код бомбы, используя грубую силу или перцовый баллончик. Можешь рискнуть? Попробуй самостоятельно найти правильный проводок и... Офигеть. Жестко. Где мне зайти-то? Офигеть. Но у меня нет времени, типа. Есть у тебя? Дай мне, пожалуйста. Гражданский убит. Это гражданский был? Металлические двери заперты. Их нельзя выбить выстрелом или применив силу. Чтобы открыть, нужно тактическое снаряжение. Которого у меня, естественно, нет, да? Офигеть, бомбу. Как же я ее найду-то? Туда уже нельзя. Всего это габелло. Уже тяжело мне. Он говорит, начинается. А как мне зайти-то? О, я сейчас посмотрю, как он туда зайдет. Он может ее просто отмычкой открыть, алло. Я не сломаюсь, говорит, блин, давай. Код 3569, чат, 3569, запомни, пожалуйста. 3569. Ой, я бомбу нашел. Это же бомба. О, там за ящиками еще был один. Прикиньте, и все, теперь заново, и код будет другой. Жесть какая. Заново. Письмо какое-то пришло. Ну а парню куда, чтобы он не расслаблялся, типа, поняли, да? Блин, а можно полегче сложно сделать? Четыре. А, подожди, это уже следующая игра, да? Негатив. Да офигеть, да как, блин? Вот как можно было вот сейчас зайти и типа выжить? Вот как можно было это сейчас сделать? 2, 3, 1, 7. Это реально было как-то сделать или нет? Да, остановись. Блять. Я ее не пройду. Восемь, три, пять, восемь. Восемь, три, пять, восемь.
Спасибо за лайки, ребят, на ютубе, вообще огромное. Сиди на коленях. Он хотел, я знаю. Не, точно 8358? Я прощелкал, если честно. Я вам продиктовал, а сам забыл уже. Вообще-то там никого не должно быть. Или один еще остался. Да как же они мне больно стреляют-то. Давай, блин, алло. Времени нет. Так я понимаю. Так, все, погнали за мной, быстро. 8358. Так стреляй в него. Хорошо. То я ранен, я не могу. 8358. Хорошо. Блин, у меня теперь только он будет чекать. Стреляй в него. Да, но нет же, господи. Оператор в виде чата всегда поможет. Ну, это натуре, блин. Я уже прям не могу уже эту миссию. Я хочу следующую посмотреть. Очень сложная игра, честно, без шуток. Да почему они мгновенно стреляют? Да я стараюсь не торопиться, они мгновенно стреляют, понимаешь? Я открываю дверь, и он мгновенно... И он прям мгновенно стреляет. На Твиче все... Я вообще не вижу, сколько людей на Твиче, если честно. Хорошо. Да, я не могу. Очень тяжелая миссия для меня почему-то. Да в смысле не... Иди посмотри. Жесть, там и бомба, и он был. Я должен был его просто стукнуть один раз. Вот, трешняк какая-то. Все равно некуда бежать, брат. Он дверь открыл. Офигеть, какая сложная миссия, просто капец. Девять, три, пять, девять, чат. Девять, три, пять, девять. Девять, три, пять, девять. Давай, Бэрил, спасибо, что забежал. Открывай. 9359. Пойдем, пойдем, пойдем за мной. Быстро, быстро, быстро. Времени не так много, как хотелось бы. Да ну нет же ж, блин. Я сейчас монитор упиздрючу, блин. Два, девять, девять, пять.
2995 чат. Ну чё, народ, погнали! Тихо, ля. Ёбаный! Здорово, Вилкин, не, не хочу. Два девять девять пять чат. 2995 запомнили. Вообще похер на него. 2995. Так, ровно 10 тысяч на прохождение миссии. Вить, ты на киви закинул. Оповещение не приходит с киви, но я вижу твой донат. Дядь, спасибо тебе огромное за донейшн. Так. Пойдем быстро за мной. Мы почти прошли, брат. Иди чекай, что там. Стреляй в него, блядь. Ты шо? Я не понимаю, блядь. Я не понимаю. Они сразу стреляют мгновенно, типа. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Слушайте, да, кредиты, наверное, тоже не приходят. Он половину работает, половину не работает. Так что, ребят, аккуратно там сейчас. Я не понимаю. Как это вообще пройти возможно? Имя написано гражданский, но он убегает. Это сингл игра. Не всегда мне нужно сквозь двери смотреть. Охренеть просто. Здесь можно в коопе пройти, вот единственное, что я знаю. Зачем мне каждый раз через двери? У меня времени нет, понимаешь? Это миссия, типа, на время. Похер вообще на тебя. Блять, мы бомбу нашли. Хорошо. Куда вы убегаете? Иди туда, чекай. Тридцать шестьдесят два. Тридцать шестьдесят два, чат. Нормально.
А что ты сразу сдался? Смотри, он сразу сдался. Это шикарно. Не, это хорошо, конечно, я типа не против. Здесь там никого нет, что ли? Давай, на пол, быстро. Так, все, не спешим. Так, подожди. Закрывай меня. Часто нормально сработано было, правильно? Стреляй в него. Так. Regroup on me. Хорошо. Хорошо, брат, и наркоту мы нашли с тобой. Посмотри, есть там? Я чуть не умер. Куда я еще не зашел? На улице же не может? Надеюсь, ты последний, брат. Это просто извращение, а не игра, блин. Кажется, все, выдыхай, сука, я тоже выдыхаю. Мы это сделали неплохо для первого дня, а? Ага, скажи-ка мне, у вас так всегда? А то я начинаю понимать, почему твой прошлый напарник уволился. Очень смешно, Джон. И да, да, у нас так всегда. Но сейчас можно выдохнуть. Эй, Джон. Да? Ты отлично сработал. Мы только что спасли кучу жизней и не думаю, что я один бы справился. Ты что, потеплел ко мне, Рик? Заткнись. Джон Раймс, отличная... Джон Раймс, отличная работа. Благодаря вам киностудия не взлетела на воздух. Вы сегодня спасли много жизней. Не думайте, что это останется незамеченным. Я говорил напрямую с шефом и о возможном повышении для вас обоих. Пока я жду его ответ, держите это в тайне, ладно? Но мне кажется, все будет. Вы ведь заслужили. Кстати, можете оказать мне услугу? Проверьте, как там наш агент под прикрытием Ленни Вульф? Он обычно ошивается в ресторане Шики Экспресс. Ну, давай. Так, теперь уж мне точно нужна аптечка. Бароскоп. Для этого возьмем нелетальное оружие с 4 картриджами, позволяющее оглушить противника с любого расстояния, перезарядка 2 секунды. Попробуем. И светошумовую. Этот у нас возьмет, как обычно, аптечки, как обычно, бороскоп. И давай перцовку пусть возьмет. Попробуем. Бомбы в киностудии Prime Roads? Безумие, никогда об этом не слышала. Да, после всего случившегося начальство велело молчать о той ночи. Сначала это показалось странным, но, оглядываясь назад, я понимаю, во всем этом был какой-то смысл. Что вы имеете в виду? Дальше поймете. А тогда мы потратили несколько дней, пытаясь разобраться во всей этой ситуации, но зацепки в конце концов иссякли, и мы вернулись туда, откуда пришли. Никто ничего не знал о той отгрузке Stone & Roberts, даже сама компания. И оснований для полноценного расследования у нас не было, так что мы просто, ну, приехали. Пока однажды закусочная Beacon Brothers. Ограбление в закусочной средь бела дня? Боже, эти ребята реально тупые. Не будь таким самоуверенным, пацан. Может, они и тупые, это делает их еще опаснее. Пойдем разберемся с этим. Пацан, да мы ровесники. Идем разбираться. Все, сейчас будем аккуратно действовать. Roger. Use the mirror. Copy that. Suspect spotted. Opening the door. Roger that.
On the ground now! Get down now! Мне плевать, он пытался убежать. Их Локи юзайте, там испугался я. Мне нечего, говорит, скрывать. А УЗИ у кого в кармашке? А УЗИ у кого в кармашке лежит? Нечего ему скрывать. Давай, спасибо. Спасибо, что пришли. Он прям здесь застоит. Так, подожди. А, аптечка, а отмычка у кого из нас? Здорово, Хаммер, это полис... Полис Сторис называется. Хорош. Хорош, брат, хорош. А ну-ка, чекни. Да ты... Ты что, больной? Что у них тут происходит? Не, слышал, конечно, про монстров, но пока в планах не было постримить ее. Она откроет. Ведь большое здание какое. Заходи, брат. Хорош. Наркота. Наркота, братан, с пушечкой. Почему ты не хочешь? Жесть, я его ранил. Я ранил его через своего как-то. За что? Да. Как ограбление могло произойти в закусочной натуре средь бела дня? И может быть когда-нибудь поиграю в Monster, Антон. А потому что я, насколько я помню, она очень похожа на эту. Забыл, как игра называется. У меня на Ютубе есть прохождение. Куда мы зашли? Так. Ну, осталось вот это помещение только получается. Отмыкай. А ну чекни, кто там. Никого нет? Это я не понял. Монстрам заказывают? Да блин, я боюсь капец с такие игры. До последней, да? Ну это легкая миссия. Стоять! Ленни, что ты здесь делаешь? Спасаюсь, эти уроды уже несколько дней гоняются за мной. Я думал, смогу спрятаться в этой закусочной. Я знаю хозяина, но они тут же меня нашли. Стоп, Рик, ты его знаешь? Можно сказать, он мои глаза и уши на этих улицах. Мы знаем друг друга всю жизнь, и хотя мы по разные стороны баррикад, я ему верю, а он верит мне. Вот и все. Почему ты просто не пойдешь к копам? Пацан, я и копы, мы не очень-то ладим. Да я понимаю, почему. Это диспетчер, отзовитесь, прием. Кто-то штурмует медицинский центр Моргана. Всем патрулям ответьте, прием. Центр Моргана? Это не та больница, куда положили Станис. Ну ты понял, твой кинопарня. Блин,
Ленни, оставайся здесь, пока не прибудет подкрепление. Не волнуйся, я замолвлю за тебя словечко. Джон, выдвигаемся, что-то у меня плохое предчувствие. Дымовая граната, ничего себе. Так, медицинский центр Моргана, поехали. Всем машинам, всем машинам, вооруженное нападение на медицинский центр Моргана. В здании много вооруженных бандитов, общее число подозреваемых и заложников неизвестно, так что будьте начеку. Так, давай, последний набор, что у нас тут было? Вот эта штука я не пользуюсь, я не знаю, не особо ей хочу пользоваться. Давай дымовую гранату. Давай дымовушку возьмем. А братану возьмем отмычку. Пусть цевьё, пусть нормально стреляет. Естественно, бароскоп. Естественно. Ну и пусть еще флешку возьмем, да? Нет, он не, я все равно не юзаю флешку. Пусть побольше вон, я не знаю, чего. Вот этот лазер возьмем. Сериал это мы так далее. Диспетчер, мы едем в медицинский центр Моргана. Что нам нужно знать до прибытия туда, прием? Принято, Джон. Есть заложники, подозреваемые, хорошо вооружены, действуйте осторожно. Еще сообщают о взрывном устройстве, спрятанном где-то в здании. Будьте предельно осторожны, прием. Принято. Опять на время. Иди, чек, чек. Так, все нормально, брат, я отработал тут от дома. А что мне здесь сделать нужно? Get down, быстро. Мне что-то безвредить тут нужно? Хорош, хорош. Смотри, мы как отработали. Правда, моего братана ранили, но там чутка. Несерьезное ранение. Все будет нормально. Отмыкай, брат, отмыкай. Я прикрываю. Хорош. Пойдем за мной. Чекай. Отработай по нему. Хорош. Какой на ней? Никого? Хорошо. Игра на тактику. Тактическая игра. Очень круто. Офигеть, здесь все в кровище. Опа, пистолет. Опа, хорошо, что мы его задержали. Мне музыка очень нравится, очень люблю такую музыку. Так и знал, что он будет стрелять. Я прям был готов к этому. Времени совсем нету, капец. Пусть здесь будет. Мне нужно бомбу обезвредить или что? Я забыл. В натуре бомба. Осталась минута. А я всех почти повалил. Брат, быстрее. Если там сейчас никого не будет, то мы проиграли. Здесь никого нет. Все, чат, теперь только угадывать. Капец, что делать? Больше нет бандитов, понимаете? Мы не знаем код. Я забыл узнать код у бандита. Офигеть. Какой красный-зеленый чат? Красный или зеленый? Давайте подумаем хорошенько.
Красный или... Блядь, не то нажал. Красный или зеленый? Ну, красный. Во всех фильмах красный. Красный, вообще легчайший, чат. Миссия выполнена. А, ну это вообще... Зеленый, Антон, ты бы меня взорвал сейчас. Черт, мы опоздали. Блин. Стоп. Рик, думаешь, все это организовали только чтобы убрать его? Пока не знаю, но, честно, похоже на то. Рик, Джон, что там на верхних этажах? Все чисто, но есть жертвы. Кевин Станишевский мертв. Принято. На нижних этажах все еще есть заложники в лабораторном крыле. Прием. Вас понял, диспетчер. Мы идем.